Больше тут, блядь. Ну, я думаю, ты уже слышал то, что вчера в этом Ростове случилось, ну, в Херсоне. Нет. Не говорили? А что там был? Ну, знаешь, ну, типа, блядь, не по телефону. Попали, короче, в самое главное командование. Не хуй попали. К нам? Ну, да, там 12 двухсотых. Не к нам, типа, самое, которое крутое командование. У нас на направлении ну, есть. По... Туда. А, наше, короче, да? Ну, типа, русские, да. Блядь. Я говорил, где, так не копают, это хуйня полная, блядь. Они, понял, сделали в шахматном порядке ямки, и между ними, посредине, хуйню. Я говорю, как только в середину, говорю, хотя бы в один, говорю, в этот окопчик попадет, говорю, и пьет все. Они говорят, они в шахматном порядке, говорит, соседние не снарядятся. Я говорю, вы ебанцы, как только бебрики начнут разлетаться, говорю, нам все здесь загорится. Я говорю, нужно отдельные ямы, отдельные ямы. Я говорю, не должно быть, типа, связи между друг другом. Блядь, говорит, вот ты не умничай. Я говорю, ну ладно. Приезжаю, когда вся эта хуйня, я говорю, ну чё? Они такие, а ты откуда знал? Я говорю, ебать ты, блядь.